Здравствуйте, меня зовут Жмугали Арсен, я летчиком 9-го G-класса в Забайкальской интеллектуальной школы город Тарас. Я занимаюсь проектом под названием «Поиск эффективных агротехнических приемов по выращиванию черного саксова в условиях временных питомников Жамбулской области». Я занимаюсь данным проектом, начиная с 2020 года. Инновационность нашего проекта заключается в том, что мы используем метод термической скарификации перед посадкой семян черного саксова. Данный метод позволяет повысить скорость семян и выживаемость сеянцев при посадке. Наше исследование получило авторское свидетельство, а также стало участником нескольких конкурсов. Первым из них являются тайские чтения, на которых мы участвовали в 2020 году. Нашим проектом было получено первое место. Мы участвовали в республиканском конкурсе «Дарын», в ходе которого было получено первое место.